По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие выходные дни на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС поступило 2044 обращения, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 20, в полицию 268, скорую медицинскую помощь 896 и 19 в газовую службу. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.